Еще вчера у здания дошкольного образовательного учреждения нужно было внимательно смотреть под ноги. Всевозможные неровности мешали комфортно пройти от калитки до главного входа. Сегодня работы по укладке асфальта на территории детского сада «Ивушка» подходят к завершению. Глава города Владислав Денисов и депутат областной думы Сергей Нелюбов могут сравнить, как было и как стало. Ведь совсем недавно они встречались здесь с трудовым коллективом. Теперешняя миссия – оценить качество нового, еще не успевшего остыть покрытия. Мы были буквально 2 недели назад в этом детском саду, и когда сказали, что здесь будет уложен асфальт по народной инициативе, по проектам, которые поддерживаются «Единой Россией», мне как было, ну, немножко, наверное, не по себе, что это будет сделано. Но вот сегодня мы присутствуем, когда заканчивается планировка, асфальтирование детского сада «Ивушка», и видно, что эта работа сделана хорошо, качественно. В рамках сметной документации было предусмотрено снятие старого покрытия, выравнивание поверхности и укладка 4-сантиметрового слоя асфальта. Всего по программе «Народная инициатива» городу выделено более 22 миллионов рублей. И в настоящее время реализуется первый ее этап, где мы осваиваем около 10 миллионов рублей. И вот люди приняли решение для того, чтобы благоустроить территорию детского сада. Выделено около 1 миллиона рублей. И тот новый асфальт, который здесь появился, он должен служить более 20-30 лет. И надо также сказать о том, что на этот асфальт предусмотрена гарантия. И в случае выявления факторов некачественной работы подрядчик будет обязан безвозмездно все устранить и заплатить штрафные санкции. После осмотра было отмечено, что проведенные работы соответствуют качеству и объемам. Более тщательно проверит специальная комиссия. Порядка 800 квадратных метров ровного асфальта без ямы бугров – давняя мечта всех, кто каким-либо образом имеет отношение к детскому саду. Поэтому в лице директора от их имени благодарность за проделанную работу. От имени детей, их родителей, сотрудников детского сада хочу сказать большое спасибо за то, что территория стала комфортной и безопасной. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».